Гипсовая голова льва. Этот зверь повидал многое, блокаду Ленинграда и даже революцию. Теперь он бесценный экспонат музея. Идея создания мемориального места для хранения реликвий блокадного Ленинграда родилась 5 лет назад. В Барвихинской школе с радостью приняли бесценные артефакты. Было принято решение, что часть реликвий, потому что у нас действительно реликвии собраны ленинградские, они будут размещены в специальных нишах, подсвечены. А благодаря помощи Сергея Ларенкова у нас в верхней части фрагмент его фотопроекта большого «Блокада. Связь времен» представлен, где соединены фотографии прошлого и настоящего. И, соответственно, внизу у нас изображен силуэт города Санкт-Петербург. К оформлению экспозиции подключились все – администрация школы, активисты патриотического центра, ученики. Маргарита Лахова, выпускница Барвихинской школы, взяла на себя художественную часть. Разрабатывались эскизы, сразу было решено, что будет нарисован именно Невский проспект. После нарисованных уже вариантов работ был выбран один, и после чего перенесен уже на готовый каркас. Черный силуэт Невского проспекта на голубом фоне символизирует величие города-героя, живущего под мирным небом. Ученики школы не просто хранят экспонаты, но и ведут научно-просветительскую работу. Признаются, хотят, чтобы об их маленьком музее узнало как можно больше людей. Ребята на двух языках, на русском и английском, мы собирали педагогов, мы проводили вот эти вот собрания методические, на которых мы выверяли текст. Они на двух языках рассказывают. И сейчас готовится в сайт, на котором будут выложены эти ролики. И здесь будут размещены QR-коды, на которых можно будет наводить смартфон, и юные экскурсоводы будут рассказывать. Сейчас экспозиция включает всего 9 экспонатов, но она постоянно пополняется благодаря усилиям всех неравнодушных. Эта важная работа обязательно продолжится. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».